Распоряжением губернатора Забайкальского края на Запинвестфонд возложены функции по сопровождению инвестиционных проектов на территории Забайкалья по принципу «одного окна». Кто может обратиться в Запинвестфонд и с какими проектами? Любой субъект инвестиционной деятельности – предприниматель, инвестор – могут обратиться со своей бизнес-идеей, проектом на любой стадии его подготовки или реализации. Это тот институт, который вот малому бизнесу в Забайкальском крае может оказывать помощь, реальную помощь. Что такое «одно окно»? Это совместная работа над проектом предпринимателя и Запинвестфонда, начиная от первичной консультации о возможностях и перспективах проекта, продолжая подбором форм государственной поддержки, способов решения сложных задач и заканчивая завершающим этапом реализации проекта. «Одно окно» позволяет организовать диалог между инвесторами и властью, находить эффективные решения, что в свою очередь привлекает инвестиции на территорию края. Человек пришел, прямо сел, ему все рассказали, и он понимает, что пришел ту компанию, которая дает возможность быстро, сэкономив время, вот эту программу, которую он принес, можно обсуждать. Объем и вид содействия, которое необходимо инициатору инвестиционного проекта, зависит только от его запроса. Возможно, проекту понадобится только ускорение процедур или сопровождение в разрешительных органах – ТГК, МРСК, кадастровой палате, Росреестре, либо помощь в поиске источника финансирования, а может, все это вместе. Начинающий, значит, он должен понять, как оттуда выйти, должен уже трезвой головой, с чего он должен начинать. А кто на середине находится бизнеса своего, он должен понять, что как ускорить его процесс. Да? А тот, который уже завершающий, он уже как бы начинает уже внедрять, там уже, наверное, вопросы, возникающие трения между последней стадией, это разрешительные вот эти системы, получить документы оформленные. Деятельность Запинвестфонда включает и улучшение информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности, разработку бизнес-планов инвестиционных проектов, организацию взаимодействия с финансовыми структурами, поиск площадей, помощь в получении согласований и разрешений. В числе прямых источников финансирования инвестиционного проекта могут быть субсидии, гранты, займы, кредиты, участие в капитале, лизинг. Другими значимыми финансовыми ресурсами могут стать налоговые льготы. Они знают этот, ну, будем так говорить, рынок инвестирования, да? У них есть портфель, и они могут предложить на выбор несколько, чем тот путь решения, когда предприниматель будет сидеть в интернете, непонятно кого, непонятно с какой репутацией, и можно попасть, ну, в какие-то не очень хорошие вещи. При подборе помещений и земельных участков могут использоваться ресурсы бизнес-инкубаторов, промышленных парков, применяться льготы по аренде. Запинвестфонд окажет российским и иностранным инвесторам содействие при оформлении документации с целью присвоения инвестиционному проекту специального статуса, например, краевого или приоритетного значения, что даст ряд преимуществ при его реализации. Забайкалинвестфонд организация достаточно молодая, они заинтересовываются очень. Им самим видно, что им самим интересно. И с нами работать, с другими тоже. И они очень скрупулезно, очень внимательно изучают, но очень быстро. Работают качественно. То есть фактически бывают такие случаи, когда и звонок и в час, и в 2 часа ночи, когда звонят и говорят, а вот если мы так сделаем, если так делаем. То есть люди действительно заинтересованы не в том, чтобы заработать на ком-то деньги, а в том, чтобы действительно заработало то предприятие, которое к ним обратилось. Работая по принципу одного окна, Запинвестфонд не подменяет собой предпринимателя, однако поддерживает его инициативу, помогает преодолевать сложности, барьеры, то есть сокращает время на реализацию проекта, повышает его шансы на успех. Полезные сведения о работе одного окна размещаются на сайте www.zapinvest.ru. Обратиться в Запинвестфонд можно по телефонам 302-2-31-14-49, 31-11-37 и по адресу город Чита, улица Чекалова, 25, строение 1.